День добрый. В сегодняшнем видео, как вы уже могли догадаться по названию, у нас ремонт телефона Prestigio Musa 5. И у него такая неисправность, как не включается. А не включается он стал после того, как стал разряжаться на зарядке. Ну и первым делом, как в таких случаях водится, мы замеряем напряжение на батарее. Оно у нас естественно занижено. В данном случае это 2,6 вольта. Ну и для того, чтобы как-то поднять напряжение, я использовал такой провод. Под рукой лабораторного блока питания у меня не было, поэтому пришлось вот так выкручиваться. Как видно, поднял напряжение до 3,4 вольта. Это вполне достаточно для того, чтобы телефон включился. И причин не включаться у него абсолютно никаких нету. Поэтому он и включился сразу. Дальше. Зачем-то я проверяю сенсор, хотя в этом необходимости никакой не было, но тем не менее я решил это сделать. Далее мы переходим к разъему. Если все остальное неисправно, кнопка и батарея, то виновником остается только разъем. Поэтому я вам сейчас показал, как он шатается. Далее откручиваем болты по периметру. Их тут, кстати, очень много. Я не знаю, почему в китайских моделях, за небольшим исключением, очень много болтов. То есть вот в Лягу М8 много болтов, в Мус вот в этом телефоне тоже много болтов. А вот, допустим, в Мегафоне, это тоже китайский телефон, но в нем 4 болта, а все остальное на защелках. Я не знаю, почему такая вот... Казалось бы, можно было и сэкономить на этих болтах, но вот они решили много. Да, лучше на самом деле в них, наверное, много, потому что пластик тут ненадежный и все вообще какое-то такое дурацкое. Я не люблю такие супер китайские телефоны. Если брать китайский телефон, то Meizu, я считаю. Так, ну дальше отстегиваем нашу камеру. Отстегиваем кнопки, именно не выпаиваем, а отклеиваем. Дальше отстегиваем шлейф дисплея, откручиваем два фиксирующих болта плату. И еще не забываем приподнять каретку, которая держит у нас тачскрин. Но сам шлейф там не очень удобно вытаскивать, поэтому я... Да, не забываем отстегнуть коаксиальный кабель, поэтому я вытаскиваю просто плату, а не сам шлейф. И вот так шлейф спокойно тачскрина выходит. Все осталось в целости и сохранности. Далее мы пропаиваем наш разъем. К сожалению, у меня ни фена в том месте не было, ни разъема, поэтому пришлось выкручиваться таким способом. И получилось довольно-таки неплохо припаять. Вот именно не разъем развалился, а отпаялись вот, контактные площадки. Поэтому мы, в принципе, так легко и отделались дедовским паяльником и флюсом. Далее мы очищаем разъем водкой. Лучше это делать спиртом медицинским, но у меня, конечно же, его там не было, поэтому пользовался чем есть. Очищаем флюс тщательно. Он, в принципе, вреда никакого платья не нанесет, но вот эта заляпанность вся, это, конечно, некрасиво. Поэтому я убрал флюс. И собрал телефон в обратном порядке. Как видно, пошла зарядка, все хорошо работает. И если тебе понравился этот видеоролик, ты, в принципе, можешь поставить лайк вообще-то.